Я как турист, я не знаю. Если вы турист, тогда пройдите дальше. Либо с нами. А в Беларуси для... милиция как бы там говорит, куда турист. Ну просто ради интереса, я интересуюсь, я не то, что там. С нами для проверки. А паспортный контроль тоже есть? Есть база, да. Ну, паспортный контроль, надо обязательно быть документ. Пойдемте с нами. Не, ну вы мне объясните, я пройду. Ну просто мне. Пойдемте, там специально обученные люди, которые вам все... Вообще нет, я не хочу никуда идти, пускай специально обученный человек подойдет ко мне. Ну я иду с девушкой гуляю, вы говорите, пойдем. Идите гуляйте, пожалуйста, в другое место. Здесь сейчас проходит мероприятие. Здесь. Вы сейчас будете задержаны. Хорошо, я буду задержан. На каком основании? Вы мне объясните. Ну, какое-то мероприятие. Какое мероприятие? Я еще раз говорю, вы не подчиняетесь требованиям сотрудничества. Требуют какому? Будьте добры, будьте добры, пройдемте. Давайте, пройдемте. А он берет. Слушайте, мы просто гуляли, отпустите подошел. Моего мужа. Это за что? За что? Мой берет? Муж, мы просто гуляли. А вот мы с Козем, мы просто гуляем. Я вообще гражданка России, между да прочим. Иди, отпустите человека. А где к нам подошли? Да, что вот здесь? Мы на лавочке сидели, мы приехали а погулять. Что свободу. Ничего не объяснили, сказали, все, пойдемте специально обслуживать. Как специально обученные люди вам все расскажут. Не, ну вообще, ну вот мы с Кофем, просто Прокопович Андрей, Прокопович Анастасия. Может, он не знает, что слушайте, ну что? Вот, не вот. Надо быть телятами, я чего идти. Это то, что они будет в России, боятся. Посмотрите. Они тоже должны бояться, это не ночью был, хапун 37-го, ночью приходили.